Ребята, всем привет! Вы на канале «Пиратский путеводитель». Мы приехали в кафе, называется «Вермишель». Да. Вот, нам посоветовали наши подписчики. Вот, пойдем посмотреть. Свободные столики. В общем, смотрите, здесь вот такое меню. Получается, ля кебаб по 130, шашлык из свиной шеи 130, антрикот 130, ребрышки есть. За 100 грамм. Да, это за 100 грамм. Холодные закуски, соус, пицца, фрукты. Вот здесь делают вот такие вот шашлыки. Смотрите, вот такое меню у нас. Кабачки, баклажаны. А у вас столик есть свободный? Да, любой свободный, присаживайтесь. Хорошо, сейчас мы посмотрим меню. Так, так, шампиньоны запеченные, такие, такие. Интересно. Сейчас вот сядем, хотим покушать. Вроде запах неплохой, плюс наши подписчики нам рекомендовали это место настоятельно. Пох. Хорошее место. Тихо, спокойно. А? А что там? Нам очень важно без музыки, вы попросили показать, здесь есть места интересные. Вот, и сказали, что где-то будет вот здесь вот. Сейчас посмотрим. Так, ну, мест, конечно, здесь прям, мягко говоря, нету. А вот здесь вот даже, кстати говоря, столовая. Да. Народу, конечно, здесь прям вообще нереально. Ну да. А, слушай, ну там, ну там резерв написано. Ну, можно и здесь, да, конечно. Ребята, смотрим еще раз. Мы приехали в ресторан, кафе, называется «Вермишель». Так, смотрим. Здесь барная карта. Так, а вот меню. А, тебе это? А нам дали вот так вот, да? Понятно. Дай мне где еда. Я хочу посмотреть. Так, смотрите. Люля у нас получается 130 грамм. Да. Самый маленький 250 грамм. Да, 250 грамм. Блюдо из свинины, блюдо из баранины, блюдо из говядины. Так, курица. Вот такое вот у нас меню, грибы, шашлык. Нам очень посоветовали, говорят, очень вкусный, нереальный шашлык. Не знаю, не знаю, надо проверять. Сейчас будем заказывать. Там бутылка вина, здесь 700 рублей получается, да? Да. Ага. За Беллу. Ага. Вина Испания. Рожи есть. 550 и так далее, так далее. Вина Абхазии и Армении. Лыхны. Ой, давай. Лыхны. Бутылка 1000 рублей. 1000 рублей, да? А я вот вообще, кстати, не пробовала лыхны. Но мы завтра же едем в Абхазию. Лыхны, это как бы, что на блинценка, ну, такая, блин, не слишком завышенная. Да. Возьмем шашлык из свиной шеи. Вот. Блюдо из курицы. Так, холодные закуски, овощные нарезки. Ну, мы приехали что? Мы приехали есть шашлык. Я предлагаю взять шашлык. Грамм... Хочу взять шашлык. Давай грамм 500 возьмем. Нет. На двоих. Ну, грамм 300 на двоих тогда. И возьмем. Нет. Две люляшки. Возьмем и шашлык, и люляшку. Давай, давай, возьмем шашлык с шеи. 500? Да. Ну, давай. И две порции люляшки из говядины. Из говядины, да? Да. Из говядины? Давай, может быть, лучше из... Ну, давай из говядины. Давай. А что с ним будем? А пить? Ну, не знаю. Так, пить. Нам, конечно, завтра на экскурсию, но тем не менее. Надо. Ну, чачу нам не будем, верму. Давай что-нибудь легенькое. Давай по бокальчику вина. Вот и водички. Да, мы много пить не будем. Вот, но проверим обязательно, потому что посоветовали именно шашлык. Мы шашлык еще нормально не ели тут, так что хотим попробовать. Вот такой вот сет у нас вышел. Вот такой сет, да. Не отказывай себе ни в чем. Спасибо большое, Ирина. Так, все, и мы начинаем кушать, ребята. Все, ребята, приятного нам аппетита. Все так. Просто замечательно. Так, это твой соус? Шашлычок, да. Спасибо. А это... Так, у нас, смотрите, вот в такой вот соуснице. В общем, все. Грузинский соус. Грузинский соус. Нам сказали, что очень балдежный шашлык. Здесь очень классный шашлык. Да, смотрите, какие куски мяса прям вообще. Балдеж. Все реально, нереально. Я взял. Молодец. Не, классный шашлык. А, пошла слюнка вытирать. Блин, ребята, да. Мы сами вытираем слюнку. Какая слюнка пошла? Мясо. И фаршированные. Да, и тут фаршированные грибы. Да? Не, кстати, мне кажется, не с петрушкой. Петрушка. Блин, у меня уже текут слюни. Ребята.
сочный, мягкий лаваш. Не торопитесь, ладно. Очень вкусно. Да. Очень-очень вкусно. Нормально. Не вкусно. Без этого, да? Да-да-да-да. За наших зрителей и за вообще приятную вещь. Кстати, шашлык вкусный. А ты как жуляшку пробуешь, да? Вкусная жуляшка? Да. Она такая сочная и большая. Там на самом деле это гуляшка грамм 300, 270. Классно. Здесь у нас сверху, смотрите, овощи. Даже мы сказали, грибы. Грибы, кстати, очень большие. И фаршированные, и такие. Да, и фаршированные, большие, такие. Вкусно. Сколько стоит такой сет? Мы еще пока не знаем. Ну, мы сказали 500 грамм, но больше 2000, наверное, точно отдадим. Потому что у нас еще вино, у нас еще грибы. 1500, наверное, да? Около этого. Mm-hmm. Точно будет. Ну, очень вкусно. Странно, какой-то лаваш, смотрите, черный. Нормальный. Нормальный, нравится? У вас из помидор. Ну, здесь, знаете, здесь все платное. Платный, соответственно, лаваш, платный соус. Но сет, конечно, очень красивый. И даже с перцем. Здорово. Эх, тяжела жизнь русского блогера в Сочи. Кто-то говорит, что в Сочи. Да. Кто-то говорит, что в Сочи плохо, что здесь нечего жрать. Да ладно. Нет, ребята, есть. Приезжайте с деньгами, найдете все. Все что-то есть. Как мы сегодня, как вам сказали, у пандемии, когда их запас остались. Очень много. Большие такая мягкая для вообще. Вкусно. Немножечко нарезать прям вообще. Легкую. Ребята, поддержите лайком. Смотрите, какие грибы здоровые. Просто прям вообще нереальные. Видите? Они нереально реальные. Реально они реальные. Да. Сидим на улице. Тепло, хорошо. Мы себе ни в чем не отказываем. Вот. У нас такой стол просто прям вообще. Вкусный шашлык. Вкусный шашлык, да. Соус вкусный. Мы приехали в кафешку. И живем. Мы тут взяли, смотрите, еще шампиньоны фаршированные. О! Смотрите, какая кислота. Они фаршированные с сыром, курицей. Это как типа жульен в шампиньоне. Вкусно. А фен называется вот так вот. Кафе называется «Вермишель», да. Цены демократичные. Какие демократичные? Дорогие. Да, зависит, ну как-то в Сочи, ё-моё, как хочешь. Вот как в Сочи. Чё и дороже есть. Да. В общем, шея по 130, люля 150 за 100 грамм, ну это за 100 грамм. Грибы. Все цены за 100 грамм. Грибы 130, вот, фаршированные 150, по-моему. Бутылка вина стоит 700 рублей. Ну мы взяли одну бутылку вина и забыла. Давайте. За наших зрителей, за вообще за классную атмосферу. Сочи. Вот. Приезжайте. Здесь это здорово. Сразу говорю, ребята, берите побольше денег. Потому что реально здесь все дорого. Кроме Абхазии. Да. Мы один раз решили гульнуть. Вот, а потом посмотрим. О, ребята, смотрите. Вот такой вот грибочек. Внутри там фарш. Ой, с сыром. Ой. Ребята, как это? Приятного нам аппетита. Нам принесли, конечно, нереальный сет, он очень большой. Просто огромный. Да. Вкусно.
кинза мельчить. Они, видишь, как их, на это, как этот соус туда распекать? А чтобы они не соскальзывали. Если все понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!